пожелать всем, кто сегодня идет служить в армию, успешного прохождения курса молодого бойца, крепкой армейской дружбы, солдатской выдержки и мужества. Пусть перемены, которые вас ждут впереди, закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемую волю. И помните, воинская честь, доблесть, достоинство. Успехов вам! Повестка на срочную военную службу вручается Киселевичу Никите Валерьевичу. Слезцу Андрею Андреевичу. Ковалеву Ивану Яковлевичу. Коваленко Артему Николаевичу. Кононовичу Даниле Владимировичу. Кулану Артему Ивановичу. Куприянчику Артему Александровичу. Курилику Артему Александровичу. Лойко Евгению Витальевичу. Лынша Артему Сергеевичу. Мелиховцу Андрею Анатольевичу. Мелиховцу Роману Михайловичу. Мельнику Владиславу Александровичу. Мурочек Олегу Витальевичу. Муха Ивану Александровичу.